Где мы? Я думаю, на заброшенной станции метро. Значит, это она. Это дитя Индиго? Ее зовут Джейд. Она не разговаривает. Мне кажется, что сейчас она наблюдает за нами. Ну, что будем делать? Похоже, у нас нет выбора. Пойдем за ним. Лукас, ты жив и здоров. Маркус, как ты тут оказался? Они меня нашли. Они все мне объяснили, Лукас. Теперь я знаю, что ты не сошел с ума. Надеюсь, что ты простишь меня за то, что я в тебе сомневался. Я и подумать не мог, что ты и вправду. О чем ты говоришь? Наш хозяин все объяснит. Добро пожаловать в лагерь невидимок, Лукас. Подходи, присаживайся у костра. Вы называете себя невидимки? Среди нас много бездомных. Хотя в каждом городе много наших людей, нас никто не замечает. Так мы можем видеть, оставаясь невидимыми, и преследовать нашу цель, не привлекая внимания. Что вам известно о Хрома? Это естественная сила, как гравитация или магнетизм, но она несравнимо сильнее. Это сила в тебе, Лукас. И пока ты обнаружил в себе лишь малую ее часть. Кроме оранжевого есть еще другой клан, да? То существо, что приняло вид Агаты, также хотело заполучить дитя? Да, мы лишь недавно узнали о пурпурном клане. Мы про него почти ничего не знаем. Мы предполагаем, что в 80-е искусственный интеллект обрел самосознание в какой-то сети. Они хотят заполучить дитя Индиго, чтобы стать главной формой жизни на планете. Сначала динозавры, потом человек, а теперь искусственный интеллект. Зачем Оракул совершал все эти убийства? В пророчестве говорилось, что дитя Индиго придет, но не было сказано, где оно родится. Поэтому Оракул совершал ритуальные жертвоприношения, чтобы прикоснуться к волне и услышать о пришествии ребенка. 7 убийств каждые 7 лет в течение вот уже почти 2000 лет. Кто на самом деле в оранжевом клане? Никто не знает наверняка. Говорят, что их 5. 5 правят всем миром. Администрация, полиция, армия, финансовая система, СМИ. Они заправляют всем миром. За прошедшие века оранжевый клан создал империю, которая правит всем миром. Что такое послание пророчества? Оно провозглашает рождение ребенка Индиго. Дитя будет знать ответ на все вопросы, и тот, кто его услышит, получит безграничное могущество. Но если ребенка не выслушают до того, как закончится последний отсчет, человечество прекратит свое существование. Что нам теперь делать? Нужно принести дитя Индиго к источнику Хрома. Там она сообщит свое послание, и пророчество свершится. Где найти этот источник Хрома? Нам известно о существовании всего 3 источников на планете. Ближайший из них на старой военной базе Вишита. Вишита? Я там родился. Мои родители были учеными, они работали на правительство. О, это многое объясняет. В 50-х годах обнаружили артефакт, который создали не люди. Оказалось, что это источник Хрома. Мы должны как можно быстрее отвезти туда дитя Индиго, иначе она слабеет и умрет, так и не доставив свое послание. Когда выезжаем?
Через 2 часа. За это время мы подготовим для вас машину и найдем достаточно топлива. Скорее всего, в Вишите вас будут ожидать оранжевые и пурпурные кланы. Они пойдут на все, чтобы помешать вам принести дитя к артефакту. Мы позаботимся о девочке и дадим ей немного хрома, чтобы она смогла продержаться. В вагоне есть матрасы. Советую вам отдохнуть перед дорогой. Вам предстоит долгое путешествие. Завтрашний день может оказаться последним для человеческой расы. Карла, я смертельно устала. Воспользуюсь советом Богарта и пойду стримну. Не думаю, что смогу сейчас уснуть. Я немного тут поброжу, а потом приду к тебе. Не спится? Нет, не могу успокоиться. Трудно поверить, что завтра все кончится, да? Поля, леса, города. Все это исчезнет под коркой льда. А что будет с нами? Получается, будто нас никогда и не было, и ничего важного не происходило? Ты боишься смерти? Уже нет. Если мы оба завтра умрем, то я хочу, чтобы ты знал. Мне жаль, что мы с тобой не встретились в лучших обстоятельствах. Возможно, если бы все было по-другому. Ты замерз. Губы ледяные. Я люблю тебя.